Всем привет, с вами Олег Детройт, и сегодня мы с вами посмотрим на метеостанцию. Да-да, черт возьми, не удивляйтесь, я зашел в какой-то парк или что это, не знаю, вот посмотрите, какое-то болото или еще что-то, в общем, народу никого нет, и вот она метеостанция. Я пока не знаю, что там, может быть, там охрана какая-то сидит. Давайте подойдем поближе и посмотрим, черт возьми. Я буду потише говорить, чтоб меня не было слышно. Вот он и я. Так, ну давайте позырим, что у нас тут есть. Так, контроль чистоты атмосферы. Вот такая штука. Покосившийся столбик. Колючая проволока какая-то. Ну и вот все данные здесь, видимо, собираются. Здесь комаров. А, бля, меня закусали. Короче, побегу отсюда. Потом как-нибудь подробно сниму, что здесь у нас есть. Скажите, вот дурак на ходит в каком-то лесу. Что-то, короче, бродит. Ну, в принципе, тут нечего снимать. Я вот примерно в таком городе я и живу, что вот здесь лес, короче. Блин, короче, тут это внезапно, короче, людишки ходят, и я боюсь. Скажут, какой-то дурак ходит, если, короче, снимает что-то. Вот я, короче, еще что-то нашел здесь, какой-то непонятный забор. А, ну и вот и цивилизация, в принципе. Здесь лес какой-то, вот дома какие-то идут, как видим. И мне надо поссать, короче, я не могу уже, я сейчас взорвусь. Надеюсь, она не под электричеством. Это... Всем снова привет, с вами Олег Детройт. Смотрите, это у нас башня. Вот она. Вы скажете, черт возьми, что за эта башня, чувак? Это башня Лунева, по-моему, называется, как-то так. В общем, чувак ее купил и строит сейчас там внутри себе дом. А это я не знаю, что такое внутри. Бля, комары реально достали, бля. Не знаю, что это за гараж тоже. Не хочу узнавать даже. В общем, если что-нибудь еще интересное я замечу, обязательно сниму. А так, всем пока. С вами был Олег Детройт. Ой, черт возьми, а где выход? Ой, прошел почти мимо. Ой, ну все. Да, и кстати, сейчас я, может быть, еще сниму вид с... Вот там люди ходят. Вид, короче, с горы на реку, которая открывается. Тоже прикольно, в принципе, смотрится. Так, может, заоцените там лайками все такое. Вот такой вот вид здесь открывается. Ну вот, в общем, это все. Кстати, тут еще народ, короче, ходит. И я забыл сказать, что на той стороне у нас какая-то деревня. И надвигается шторм. Поэтому пора бежать. С вами был Олег Детройт. Подписывайся, ставь лайк.